быстренько сказали доброе утро. Доброе утро! Девочки и мальчики. Девочки и мальчики. А теперь начинаем утреннюю зарядку. Всем доброе утро. Сегодня приехали, вернее, вчера приехали на Раховозе в Рахов и ставили палатки вот в таком вот сквере. Тут жилые дома, там вот дорога. В принципе, отлично переночевали. Были ребята, которые тут разборки устраивали, малыши. А так в целом все хорошо. Сейчас часов 7 утра, 6:30, наверное, выдвигаемся в деловое. Берем пропуска и оттуда пешочком в горы. Решили завтракать уже рядом с пограничниками. А сейчас на автовокзал, на автобус, у деловое. Спалось, конечно. Надувной матрас это... бомба. Ночью иногда, вернее, под утро уже звенела церковь, а мы идем. Как спалось? Вообще не спал. Вообще не спал? Да. Красавчик. Дай пятюню. А ты? Отлично спал. Молодец. Надувной матрас. Штука такая прикольная. Мне тепло, хорошо было, мне не спалось, да, и все. Не, мне понравилось на надувном матрасе. Да, вы первый раз? Второй. Особенно, когда ты начинал на него ворочать, впечатление, что проезжает машина по гравию рядышком. Хотя гравия нет. Но машина могла быть. Туман, туманище, над миром стелится. Нет, прищепок нету, на. Это тебе рассекает. Спасибо. Это же за нами за пропусками? Нет, это без ничего. Лесничий. Чей лесничий? Треказати кава. Кофе. Ще раз кажу, треказати кава. Кофе. Бо твого кофе тобі ніхто не нальє. Нальют. А я кажу ні. А я говорю, да. Мені не треба кофе. А є ще одна тарілочка. Чашечка. Нікотет точно не треба? Дай мне, пожалуйста, дощечку. Я сейчас порежу сало, порежу хлеб. Сало порезано. На камере дым видно. На кусочки? Да. На порционные? Великолепные кусочки. Ровно на 7 частей. Обещали часа через 2 выпустить. Кого? Они ничего не делали? Можно палатки ставить. Да, так что можно еще спать. 2 часа. Без ограничения, там посмотрим. Оно уже порезанное, короче? Да. Ну, так, а шо ж. Ну, что? Продавалось. Потом его резать так. Так, низкий. Мы это убедились, да? Похоже. Да. Вика, тебя зафотать? Как ты хомячишь? Или не надо?
Ну я не знаю. Ну, хочешь, ей же не видно, как она хомячит. Ну давай. Слышишь, у тебя модные эти палки. Мило. Зрительно это можно определить, хорошо мне или плохо? Зрительно нет. Нет? По ощущениям у тебя не должно, не рюкзак не должен давить на плечи тебе вообще никак. То есть ты должна давит. Его нести на бедра. Да? Но мне кажется, когда он... наклоняешься вперед, оно же нормально. Ну, я же тебе говорю, что между лямками и плечом должно быть какое-то расстояние, чтобы он у тебя не висел на плечах, а просто держался спереди, чтобы нет. Вот залезь. Ну, ты видишь? Вот это, чтобы он, как достичь? Регулирование. Чтобы он держался, ну, на этот, на откидывание, а не на то, чтобы вниз тянуть. Вот, вот я его зафиксировала здесь и держу я, основной вес у меня на бедрах. Сейчас это вверх. Да, надо вверх. Ну, то есть вот этими штуками регулировать. Так получается, я вытягиваю. А мне надо же как их распускать, а тогда он у меня отклонится туда. Я ничего не делаю. Да не, надо наоборот подтянуть, чтобы оно у тебя, он поднялся выше и держался на вот этих вот участках. Не тут давил, а вот здесь. Если ты вот этот подтянешь, он у тебя выше станет. Тяни его. Еще тяни. Я же тебе делала, нет, вот вниз. Вот эту вниз тяни, да. И тут тоже. Ну, что такое? Мне не вдохнуть, нет. Расстегни спереди, значит. Значит, вот тут надо чуть-чуть. Так, нет. Так, стоп. Так у меня нет теперь вот этого расстояния, что говорить, он наоборот сжало вот эти плечи, блин, и грудную клетку. Короче, да? Отличный рюкзак, надо брать. Нет, ну он просто он женский. Да. Мы можем вот эту штуку себе пере... Начало маршрута. Фоточку делаем же все вместе. Конечно. Ну погнали. Конечно. Конечно. Ну что ж, друзья, стартанули. Переполняют приятные эмоции. Посмотрим, что будет дальше. Буду снимать по мере возможности. Вот так вот продвигается группа. В горах сыровато, наверное. Буду использовать палки. Отсутствие велосипеда под мышкой радует, под жопкой огорчает. Вырисовывается красота. Отчет. Суббота уже обещал принести ее. Куда? По тропе? Собственно, да. Ну, собственно, да. Давай. Я иду сзади тебя с тропы. Отряд не заметил потери бойца. Сережа! Да. Красивый! Очень. Кто? Ой, покажи. Это Сережа. Где? Это под Сережа. Извиняюсь. Ну зачем же ты рвешь? Ну Сереже дай. А что это ему? Ну Сережа должен. Я младше. Красота. Уже отсюда красиво.
Это мы сейчас куда? У нас точка... Куда мы должны сегодня? Сегодня мы поднимаемся на хребет, да? Есть какое-то место, где будем ночевать? Или где ночь застанет? Как пойдем. Как пойдем. Ну как пойдем. Точка есть. Из-за того, что я хочу слегка порысачить. Бог помощь. Слегка порысачить. Я хочу порысачить Стима на пич. А-а-а. Сегодня? Порысачить все. Нет, не сегодня. Завтра? Все 6 дней. Туда-назад? Спима на пич? Да, спима на пич, спичек, спустимся в луги, с лугов. Поедем домой? Отличный план. Не правда ли? Я, слава богу, ничего не слышал. Ты не слышал, да? Спать будешь спокойно. Я надеюсь, это будет. Он был. Особенно в среду. Он был вчера, когда ты мог спокойно поспать. Фух! Вот так вот и идем. Дружными рядами. Стою ровно. И вон там склон. Стою ровно. И вон там подъем. Витамин Д, загар. Уху. Приедешь уже? Нет. Высокогорный бред. Горняшка. Интересно, сколько мы метров? 200 набрали? Или хотя бы 100? Привал! Связь будет везде. Под березовики, а не кругом. Мы нашли тоже. Нашли грибы! Первые. Ну сейчас еще глянем. А что ты скрываешь? А тут толку. Сейчас выкинем эти вандалы. А мы их не будем брать, да? Выше-то? Выше соберем. Это белый вообще или польский, да? Не, это подосиновик. Да, это подосиновик. А, да. Не, ну это прикольно. Сейчас все пофотографируемся с ним. Привал 15 минут. Выдвигаемся дальше. Темп такой. 45 идем, 15 отдыхаем. Собрали немножко грибов. Целых 5 штук. И сгрузили их на меня. Но ничего, я их потом кому-то скину. Так что идем дальше. Вон туда. 1,5 часа ходу. Сколько ты говорил перегруток, да? 11:25. А сейчас? 13. Отлично. Вот считай, мы идем 1,5 часа с места стоянки. Одного крупного лайка. И набрали около 600 метров уже. Килограмм грибов. Ну не килограмм, а вот смотри. Показалось. Нахера я с рюкзаком туда пошел? Алчность. Мать ее. Ну ничего. Вот такая красота. И это только начало. Скоро будет еще лучше. Главное дойти туда. Самую малость. Грязненько. Значит, были дожди. Правильно, Сереж? Если грязно, значит, были дожди. Если были дожди, значит, проблем с водой не будет. Родники будут с водой. Посмотри, у меня вот там не касается плечи вот этой хуйты. Какая? Ну вот как ты мне рассказывал. Касается, ты на плечах его несешь. Надо как-то раскрывать. Потому что мне вот еще не нравится. Держи. Держу. Подтягивай, да, вот эти лямки, чтобы у тебя
А что тут тянуло? Вот эту тяни. Сильнее тяни. Вдохни и вот так вот шик. Так она не тянется. Должна тянуться. Не тянет? Вот так слегка. Еще. О, перетянуло живот. Ну так, дядь, под конец похода у тебя не будет живота. А тут так куда должно болтаться-то? Ну да, так гораздо хорошо, лучше. Ну, правда? Просто на привале, потом подтянешь еще чуть-чуть. Может, просто рюкзак тебе надо чуть-чуть выше поднять. Ну, так гораздо лучше. Просто получается, я пузом там несушь весь вес. В смысле пузом? Ты пузо, он у тебя сверху ремня. Вот я, оно его и передавило. Оно, наверное, не должно так пузо передавить. Я не знаю, у меня живота нет, у меня пресс. Танцуй, тетя, а-тя-тя, а-тя-тя-тя, а-тя-тя, танцуй, тетя. Да, Серег? Скажи, танцуй, тетя, а-тя-тя. Ножка идет туда. У меня, правда, трека нет, он мне так и не кинул, но основная дорога налево. Налево вверх? Ну, пойдем. Стрелочку выложите. Выложить стрелочку. Сейчас выложим. Да нет, так не видно, Наташа. А лучше палка. Палка без. Стрелочку выложен. Жесткий подъем. Хорошо, что он короткий. Фух. Вот так вот камера ровно. А вон так вот. Вот такой подъемчик. Сейчас заберусь повыше, покажу сверху. Юра! А нам еще до хера вверх. Красивая панорама. Ровная досточка. Ровная досточка, предлагаю сесть теперь. Ник, тут перерыв есть везде. Красотинушка. Зонтик? Да, но только он старый, такой не едет. Зонтик пёстрый. Видишь, тряпка вообще не мясистая, высохшая и дряблая. То есть... Но ради такой красоты стоит переться в горы. Прикольно. И вон какой-то хребет. И вон вершина какая-то, наверное, нам туда или туда, без понятия, куда нам. Прошли 2 часа. Сто 150 метров осталось. И все. Потом вверх, вниз, вниз, вверх. Интересно, зачем они это так напилили? По непонятному. Лес рубят, щепки летят. Удобрения для будущих. Ну да, пустоту, ну, мелкие ветки, плюс трухлятина и пустотелые деревья. В чаще. Полезли в чаще. Ой. Машка! Ой-ой! Негодим! Твою мать! А, мы уже рядом с Румынией. Рума-руманой! Рума-рума-руманой! Оп! 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 Оп!
Ничего себе, Сайгак. О, смотри, дом какой-то. Заимка. Времянка. Вот это гриб. Под березой. Оставляем? Нет, конечно. Берем. Ну, смотри, как он красивый. А куда мы его положим? Еще один. У кого близко пакеты есть, народ? Близко. Давай, режь. Меня, подожди, у меня есть. Точно. Срывай. Ну, смотри. Вот, вот. Нет, вот. Красавчик. Да. Красавчик белый. Не червивый, нормально? Нормально, хороший. Отлично. Вот, у тебя пакет такой, который не прорвет. Было бы классно, если был бы карабин. Но куда-нибудь можешь щелкнуть. Там, по-моему, с этой стороны есть. Да. Место. Родник. С тритончиками. С чем? Три тонны. Три чего? Три тонны. Живут в очень чистой воде. Идет зверьё на водопой. Идет звериною тропой. И грибы, и красота. Что еще нужно? И грибы, и красота. Тра-та-та, тра-та-та. Якая красота. Портальчик такой. Такая молчаливая прогулка. Каждый идет. Экономит силы, лишнего слова не скажет. Один только я. Как этот. Птица-говорун. И снова вверх, и снова вверх. Ну, если он там что-то сделает, чтобы его не колошматили, так приближает. Бум-бум, бум-бум. Сейчас. Один. Второй. Теперь, блядь, точно жарить. Красиво. Какие красавцы, а? Уже сделаем потом на обеде, как мы делали. Да, почистим. Почистим и, может, приготовим, потому что не запреют до этого, до вечера. Нет. Только все равно. Ну, тогда надо еще один пакет. И еще кого-то грузить грибами. Скалы, скалы. Не, еще пару километров надо. Юрий Борисович водил через собаковые поля. Собаковые поля. А, это когда малая засыпала с сушкой во рту? Да.
Ой, да не вечер, да не вечер. Крутые горки. Ты гитару взял? Да. Банджо вот это. Утрамбовал как мог, понимаешь? Не, как это? Укулеле? Как или это? Как она называется? Маленькая. Ай, мамочка. Ай, мамочка или эх, мамочка? Эх, мамочка. Их мамочка вот. На саночках каталась я весь день. А я его не слушала, затыкала уши я. Время? Время час. Час, то есть 13:00. У нас сегодня бутерброды, чай, салат. Чай со сгущенкой. Нет, печеньками у меня есть не учтенные. Нет, давай со сгущенкой. Она у тебя, да? Она у меня. Ты испугались деревяшки? Грязючка, грязючка. Оп. Вот так вот. Соскочили с грязючки. Кто-то на мотоцикле тут ездил. На вот этих эндуро, да? Скорее всего. Красота. Подножный корм. Местами ежевика, местами грязюка. Дремучий лес и чьи-то такие лапы, следы в грязи. Палочки выручают, можно облокотиться. По бревну. Круто. Блин, ну вы гоните. Чего? Я боюсь, что ты хочешь. Иди в грязь. Попробуем.
Ой-ой-ой. И то правда. Что там по дереву идти, если можно? Если можно прийти по земле. Совершенно верно. Какая скала. Прикольно. Чувствую, ночью ножки будут гудеть. Прям А завтра утром. О, красота вообще будет. Родничок, ручеек. Серега! Что? Хоть бы что. Что надо? Чистая водица. Гора Щевора, 1460 метров. А мы будем подниматься на сколько? На 1980? 800. Ну, почти 1900, да? Или 1850? Да, там надо почитать. Круто. Это мы будем выше, чем вон та гора. Ха-ха-ха. Один с колбасой, один с сыром. Хорошо. Будем экономить. Так если экономить, то по 20 тысяч. Это и называется экономить. Если их не экономить, то не будет. Спасибо тебе, поворотик. С родничком, ручейком. Вкусные грибочки. Кабочки, грибочки. Кабочки, грибочки, кабачки. Кабочки, бочки. Фу. Тяжело теперь идти. Да? Я пока еще лишь никуда не еду. Я стою на месте. После сытного обеда нужно расходиться. Пока. По домам. Расходимся по домам. Атмосферное место. Такое дерево мощное. Я думаю, что под шестой день ты будешь виртуозно настраивать рюкзак, если доживешь. О-ха! Чувствую, скоро будет красиво. Уже не за горами. Тебя просили
легенький поход сделать для новичков. Ну, так и есть. И назад. Ты-дынь! Йо-хо! Свершилось чудо. Друг спас друга. Даже не один. Взяли и испортили воздух. Ну что ж, хай нам Боже допоможет. Взять очередную вершину. Такую маленькую, но крутую. Не туда? Нет, там трошки мокро. Тут рядом трошки мокро. Может, на нее пойдем. А что это за вершина? Там уходила дорожка. Как вершина называется? Не знаешь? Надо у Юры спрашивать. У карты спрашивать. Да, грибочков тут, маслят, да черта. И это увидел. Можно так? С крестным ходом. Оглянись сзади красиво. А? Оглянись сзади красиво. Не, я сейчас дойду, потом... Мало, конечно, но вкусненько. Грибы, грибы. Одни грибы решили, ой, пойти сюда. Фух. Срезали грязючку. А то бы мы тут были бы по ушке. Не, ну видишь, как хорошо. Да. Ой, какой грибочек. Грибочек. Что-что? Вечером не будем грибочки на ночь есть. Так что, не рвать? Нет, не надо, я уже прошел. Чего вы какие-то? Блин, ну такие здоровые. Такое только что увидел. Он мне будет сниться потом. Да, чуть-чуть. Крупным планом. У меня же камера не особо берет крупный план. Так а тебе-то что? Ты в берцах. Да, туда можно булькнуть. По щиколотке.
красивые скалы были за спиной. И вот скалки, скакалка. И снова вверх. Ага. Недолго музыка играла. Недолго фраер танцевал. А слева там красота за елочками. Круг. На зеленое солнышко. Почти как на Сури. Малинка. Вкусняшка. Красиво. Ам-ном-ном. Друзья, вы только посмотрите, какая красотища. До места стоянки еще метров 700. И будем разбивать лагерь для ночевки. Собирать дрова, жечь костер, готовить вкусный чай. Потому что что-то кушать мало кто хочет. Но это сейчас. Посмотрим, что будет, когда придем. Ой. Эти мои новые ботиночки от Соло уже изрядно изговнячились. Так. Изрядно изговнячились, но при этом пока я ими очень доволен. Допустил одну ошибку с самого начала, которую никогда не стоит допускать. Ошибка заключается в том, что я не разносил ботинки перед тем, как идти в поход. То есть я их в поход одел, обул первый раз. Соответственно, для безопасности купил моток из этого скотча. Купил моток пластыря. И как только чувствую, что что-то натирает, а это левая пятка и на правой ноге большой палец. Как только почувствовал, что натирает, на привале сразу же замотал их пластырем. Пока полет нормальный. На ноге сидят отлично, ногу фиксируют тоже отлично. Все пока хорошо. Прошли мы километров, наверное, 13. Точно не знаю. Посмотрю, скажу. В общем, день был такой нормально ходовой. Первый день, много сил, но при этом тяжелые рюкзаки. Так что пока впечатление вроде бы позитивное, но непривычно немножко, что пешком постоянно вверх, 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 на велике проще.
Прошли 14 километров. Высота 1450 метров. Но сейчас сбросим высоту. Ту-ту-ту-ту. Конечно, немножко огорчает наличие мусора. Куда же без него? Люди-говняшки. Ну вот, полоса выстриженных деревьев — это граница. Вот мы на Украине, а вот те елки уже в Румынии. То есть, если я сейчас перейду туда, я буду нарушителем? Нет, у тебя пропуск. Идти по границе. А, то есть я могу ее пересечь. Ну туда-назад. Туда-сюда. Ой, тут привал. Ну, вообще-то тут ночок. Мы будем ночевать. Или порыскаем, может, найдем что-то поинтереснее. Ага. Говорю, что подъем сейчас начинается, да? Ну смотри, вот это прямая дорога на Лисичью. А ребята поднимались на Щербине, и Щербине прямо шли на этот камень. Вот граница идет. Лагерь стал на ночлег. На границе с Румынией. Высоко-высоко в горах. Нормально все, Сережа? Есть, никто не проверял. Никто? Я нет. Я пытался позвонить. А, пытался и нету, да? Ответил. Нет, ваш код с той стороны. Не хотите соус? Так, где мои зеленые? Нет, так прекрасно. Ощущается вкус тушенки там. Да, все видела. Приятного аппетита. Спасибо. Белиссимо. Годы пути позади. Борисыч, нам это надо пить 14 числа, а не сейчас. У нас есть монтаж. Видишь, он снимает все. Мы это вставим, потом напишем 14 число. Какой хочешь. Ну да. Поэтому давайте, пойте. Ищите меня на ютубе. Ищите его на ютубе. Не, ну теперь уже и вас. И нас, и вас.